Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в неприятную ситуацию и оказался предметом насмешек со стороны прессы. Интимный конфуз произошел с украинским лидером в Израиле в ходе его официального визита в Иерусалим. Во время встречи с председателем Кнесета Юлием Эдельштейном Порошенко не уследил за собственными трусами, заправив в них пиджак. Интересно, что неловкий момент был запечатлен фотографом, а снимок, на котором украинский президент выглядит, мягко говоря, нелепо и поднимает большой палец вверх, каким-то образом оказался опубликован на официальном сайте Порошенко. Комментируя инцидент, украинский правовед, адвокат, публицист и общественный деятель Тантьяна Монтян задалась вопросом, а зачем он заправил пиджак труселя? При этом она заинтересовалась, как такая позорная фотография могла оказаться в открытом доступе на интернет-портале главы государства. Напомню, что ранее пользователи сети не оценили поздравления Петра Порошенко с Рождеством в Твиттере, высмеяв его неопрятный внешний вид на прикрепленной к записи фотографии. На снимке украинский президент и члены его семьи, одетые в вышиванки, стоят перед украшенной новогодней елкой. Самые внимательные пользователи обратили внимание в комментариях на неглаженные брюки лидера государства. При этом многие не разделили радость Порошенко от создания новой православной церкви Украины, выразив недовольство тем, что церковное руководство, по сути, полностью переходит к Константинополю. Спасибо за внимание, не забудь подписаться, если понравилась новость, ставь лайк. До скорых встреч!